Сегодня я расскажу вам о удивительном растении, об удивительном отваре. Он называется айахуаска. Правильно называется айахуаска. По-русски почему-то пишут айахуаска, но произносится айахуаска. Айахуаска – это лиана. Она произрастает в амазонских лесах на территориях Перу, Колумбии, Бразилии и частично в Эквадоре. Эту лиану шаманы, амазонские шаманы используют уже много тысячелетий для лечения, для предвидения, для объединения мыслей, помыслов, планов в общине, там, где живут индейцы Амазонии. Лиан есть много сортов различных. Шаман мне рассказывал, что есть небесная лиана, что есть черная лиана. И каждую лиану шаманы используют в тех или иных случаях. Лиана растет глубоко в джунглях. Многие шаманы эти места охраняют и скрывают от посторонних глаз. Но само действующее вещество диметилтриптамин, действующее, я имею в виду вещество, вызывающее видение, находится как раз в растении, которое называется чакруна. Таким образом, айахуаску готовят так. Сначала берут кусочки лианы, примерно такого размера, и разбивают битой в такие щепки, так, чтобы получились волокна. Складывают эти разбитые уже куски лианы на дно большого котла и бросают на них сверху листья чакруны. Потом следующий слой опять айахуаска, потом снова листья чакруны и так до самого верха, пока котел не наполнится. Потом это все заливается водой и как минимум на огне айахуаска варится как минимум 8 часов. Ну, иногда бывает, что отвар густой еще доливают водой, и для того, чтобы он был крепче, варят вплоть до 3 суток. Это снадобье очень популярно у индейцев. Когда я впервые попал в амазонские джунгли, и первый мой шаман, это был Дон Артидоро, мы видели, наша группа видела, как местные жители приходят к Артидору с различными проблемами. У кого-то болит голова, кого-то укусила змея, у кого-то какие-то то ли депрессии, то ли какие-то нервные расстройства. Айахуаска поможет всем. И местные люди обращаются к шаманам айахуаскеру для того, чтобы решить много различных, всевозможных проблем. Вы должны понимать, что поликлиник в амазонских джунглях нет. И город Икитус, откуда начинаются маршруты по Амазонке в различные уголки, деревни отдаленные, туда, где живут шаманы, имейте в виду, что отъехав 50 километров от Икитуса на лодке по Амазонке или по какому-нибудь притоку, вы уже увидите совершенно примитивнейшие деревни. Там нет электричества, там зачастую люди не знают, что такое холодильник, что такое телевизор, стиральная машина. И, собственно говоря, там нет даже домов часто в том понимании, как мы привыкли видеть дома. То есть это просто бревна красного дерева, крыша из пальмовых листьев, пол, настил и гамаки. И такая из камней сделанная печка, на которой готовят еду. Вот так живут в амазонских джунглях, и айахуаска является магическим, сильно действующим средством, которое помогает от многих заболеваний, решает очень многие проблемы и даже, я, наверное, расскажу в следующий раз, даже онкологические болезни. На сегодня все. С вами был Дмитрий Домбровский. Это программа «Про магия». До встречи. Пока.